Всем привет! Меня зовут Иван, с вами компания MusicMag. Сегодня мы вам расскажем о совершенно новом диджей-контроллере от компании Pioneer. Pioneer D-DJ Ergo. На борту у контроллера мы имеем два джога, таких же, как и у проигрывателя CDJ 400. Есть кнопочки Q-Play, Shift, есть кнопки ручного лупа, есть кнопка автоматический луп, она же и ручка. Есть ручка, которая отвечает за рекорд в программе Трактор. Есть сэмпл-деки, есть кнопки горячих точек, секция эффектов. Далее есть фильтр на каждую деку. Кнопки переключения режимов, винил, либо подгонка. Кейлок. Есть два фейдера, кроссфейдер, эквалайзер. Есть гейн и кнопка путешествия по браузеру. На задней панели мы имеем два левый и правый выхода. Мастер. Есть такой же на колокольчиках. Микрофонный вход. AUX-вход. Регуляторы громкости микрофона. И регулятор линейного входа. Кнопка питания. И USB вход. Контроллер Pioneer DJ Ergo работает с программами Virtual DJ, которая идет в комплекте с программой Serato DJ Intro. Ее можно бесплатно скачать с сайта Serato. И с программой Трактор. Сегодня мы покажем вам, как он работает с программой Трактор. Есть секция эффектов на любой вкус. Есть сэмпл-деки, вы можете подгружать туда свои сэмплы. Конечно же, вы можете сводить. Таким образом, этот контроллер подойдет как и для начинающих диджеев, так и для профессионалов. Вы можете брать его с собой в ночной клуб, можете играть дома для друзей, учиться. Значит, что-то непонятно, приходите в MusicMag и заходите на наш сайт mmag.ru.